преддверии праздничных мероприятий, а также 3 июля сотрудники милиции Брестской области будут нести службу в усиленном режиме. В целях поддержания правопорядка особое внимание со стороны правоохранительных органов будет уделяться местам проведения торжественных мероприятий. Согласно законодательству, все массовые мероприятия проводятся у нас под охраной сотрудников милиции. Конечно же, мы обращаемся к гражданам и просим их приходить в состоянии, конечно, хорошем настроении, то есть не допускаются лица в нетрезвом состоянии. Мы еще раз обращаем внимание, что колющие, режущие предметы недопустимо приносить на такие массовые мероприятия. Конечно, вся территория будет охраняться, обеспечиваться будет пропускной режим, будут установлены турникеты, а также специальные установки, которые будут досматривать, в том числе и личные вещи граждан. 3 июля – знаменательная дата для всех белорусов. Что примечательно, именно в этот день сотрудники госавтоинспекции отмечают свой профессиональный праздник. Однако встречать они его будут традиционно на службе. День республики для многих милиционеров станет довольно напряженным рабочим днем. В связи с проведением массовых торжеств на некоторых улицах и дорогах города будет ограничено или закрыто движение для транспорта. С 7 утра до 13:00 часов будет ограничено движение в районе мемориального комплекса «Брестская крепость Герой» в районе Северных ворот с улицы ГУБК. Будет пропускать также только общественный транспорт и лиц, проживающих в обозначенной зоне. 16:00. Будет ограничено движение в районе мемориального комплекса «Брестская крепость Герой», «Северные ворота» и «Остров Госпитальный». Значит, в период времени с 21:00 будет закрыто движение по улице Машерова и улице Зубачева в направлении мемориального комплекса «Брестская крепость Герой». В вечернее время с 6 до полдевятого будет ограничено движение на улицах Ленина, Гоголя и Мицкевича. Ставить автомобили на стоянку парка культуры и отдыха со стороны улицы ГБК также будет запрещено, в то время как места парковки улиц Гоголя и Фомина предоставят такую возможность. Поэтому, чтобы не омрачить себе праздник эвакуированным авто, позаботьтесь о правильном месте его стоянки.